Всем привет! Сегодня мы разберем одну весьма интересную стратегию. Чайки на осциллятор. Но прежде чем приступить к делу, давайте узнаем, что такое осциллятор. Осцилляторы, в техническом анализе, это класс индикаторов технического анализа, которые характеризуют состояние перекупленности или перепроданности рынка. Теперь к делу. Как торговать по этой стратегии? Очень просто. По сигналам. Давайте найдем два сигнала. Первый сигнал – на понижение. Как видите, он отмечен на рисунке. Ломаная линия пересекает прямую, сверху вниз. Как только она пересекла ее, это сигнал на продажу. Теперь найдем сигнал на покупку. Тут действуем так. Если ломаная линия пересекает прямую снизу вверх, то это сигнал на покупку. Спасибо за внимание, это был разбор простой стратегии. Чайки на осциллятор, подписывайтесь на канал и будьте с нами.